прямом эфире «Вести Калмыкия» в студии Дельгир Сангаджигарева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Новый этап развития образовательных учреждений Кибрульского района. В поселке Малый Дербет продолжается реконструкция Дома культуры и подробности соглашения профсоюзов, работодателей и правительства. Теперь подробнее. Каспийский трудопроводный консорциум в рамках сотрудничества с Калмыкией реализовал еще один важный социальный проект. Финансовая поддержка была оказана учреждением образования Кибрульского района. Средства 9 миллионов рублей были направлены на установку новых пластиковых окон в сельских школах. Их 8, в том числе и Кювюдовская, где сегодня побывал министр образования и науки республики. По словам Николая Манцаева, проект был согласован со всеми службами, заинтересованными в том, чтобы учебный процесс осуществлялся в комфортных, безопасных условиях. Большое спасибо еще раз компании за то, что помогли реализовать этот проект, выделили средства на реализацию проекта и за то, что это как бы некий постоянный партнер, значит, в том числе и системы образования Республики Калмыкия. Недавно мы просто присутствовали, значит, на подведении итогов по реализации проекта в Черноземельском районе. И вот сегодня мы присутствуем на подведении итогов реализации проекта в Кабрульском районе. Глава Калмыкии Алексей Орлов примет участие в пленарном заседании Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нем примут участие руководители администрации президента, Федерального собрания, Совета безопасности, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также члены общественного и экспертного совета при МЧС. Участники обсудят единые подходы решения задач обеспечения безопасности жизнедеятельности и основы государственной политики страны в области пожарной безопасности, безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Продолжаем выпуск. В рамках проекта «Тематическая среда» министр культуры и туризма региона Хонгар Эльбеков побывал в Малодербетовском районе. Главная цель – проверить ход реализации капитального ремонта домов культуры, предусмотренного целевой программой федерального ведомства. В этот день специалисты посетили объекты в поселках Малые Дербеты и Унгин-Терячи. Тему продолжит Татьяна Безеляева. Дом культуры в поселке Малые Дербеты – это бывший кинотеатр, потому помещение большое, на 407 мест. Здесь проходили различные мероприятия, работали кружки. Это был центр проведения досуга всех жителей райцентра, в том числе и самых маленьких. В прошлом году на средства, полученные в рамках целевого проекта «Единая Россия», приобрели музыкальное оборудование. Здесь проводились репетиции, концертов, театральных постановок. Сейчас все это приостановлено, но временно. Полным ходом ведутся ремонтные работы по целевой программе, которую проводит Федеральное министерство при поддержке президента. Все началось в сентябре с фасада. Уже установили окна и двери. Они двухкамерные. Первая идет шестерка, она идет ультраточная. Второй энергосберегающий, то есть он с затемнением. Частично приведен в порядок и холл. В будущем здесь установят натяжные потолки. Как рассказал Хонгару Эльбекову глава СМО, каждый угол коридора будет иметь свой облик и нести определенную функцию. В просторном помещении уже заменили систему отопления, частично уложили напольную плитку. Дальше будут работать с дизайнером. Отопление будет с учетом их уже смонтированных витражей. Будем делать такие декоративные, они есть таких небольшого размера. А это уже основной зал на 400 кресел. Есть планы по расширению пространства. Будут обустроены места для маломобильных групп населения. Обновят систему освещения, кинокомплекс, сценическую площадку. В связи с тем, что министерством поставлена задача сделать дома культуры многофункциональными. Однако для некоторых видов работ потребуется дополнительное финансирование. В сметную стоимость объекта не были заложены вот именно зрительские кресла. В следующем 2019 году в рамках программы, значит, улучшения материально-технической базы сельских домов культуры мы стараемся приобрести зрительские кресла для того, чтобы эти работы они приобрели такой завершенный вид. Всего в рамках этой программы реконструкции ждут 5 объектов региона. В поселках Ергенинский и Кумской будут построены новые. Кроме того, удалось войти в программу по модернизации сельских ведомственных учреждений. В 4 домах культуры проведут текущий ремонт. Один из них находится в Малодербетовском районе в поселке Унгин-Терячи. Здание было построено в 1960 году. Все это время его благоустраивали силами местных жителей, говорит заведующая Светлана Атыкова. Но дальше без капитального ремонта клуб развалится. Местный клуб – это единственный развлекательный центр поселка. Здесь занимается 7 клубных формирований. При этом нет отопления, инвентаря, мебели. Лишь старенькое пианино и теннисный столик. Вот и все хозяйство. В 2010 году стали образцовым учреждением культуры и на средства премии главы приобрели несколько единиц техники. Деньги, выделенные в рамках программы по текущему ремонту, а это чуть больше 1 миллиона рублей, хватит только на реконструкцию кровли. Мы предлагаем все-таки здесь подойти, так сказать, этапно. Поэтому в первом этапе освоить вот эти средства.
средства, федеральные, республиканские средства местного бюджета, и также продолжит работу. Как отметил министр, цель инспекционных поездок – оценить текущие работы, проверить их качество, узнать планы в части дальнейшего функционирования объектов, программу досуга, да и в целом проанализировать современные подходы к деятельности сельского дома культуры. Таких финансовых вложений на капитальный ремонт ведомственных учреждений в отрасли давно не наблюдалось, а это значит, что изменилось отношение к ней. Поддержка Калмыкии, в том числе и финансовая – это и следствие ежегодных встреч главы республики с президентом. И все для того, чтобы культурное развитие региона вышло на качественно новый уровень. Татьяна Гзеляева, Сергей Ачиров, Вести Калмыкия. Мошенники продолжают выманивать деньги у жителей республики. Теперь они звонят абонентам и представляются сотрудниками пенсионного фонда. Очередной жертвой аферистов стала жительница Листы, преподаватель одной из столичных школ. В одночасье она лишилась 14 тысяч рублей. Предварительно установлено, что накануне заявительнице позвонила женщина, которая представила сотрудникам пенсионного фонда. Звонившая сообщила, что листинке полагается единовременная пенсионная выплата в размере 12 тысяч рублей, которую можно перевести на любой банковский счет. Обрадовавшись, потерпевшая сообщила злоумышленнице необходимые реквизиты своей банковской карты. Это номер, код с оборотной стороны карты и пароль к мобильному банку, который пришел ей в виде смс-сообщения. Получив доступ к счету потерпевшей, подозреваемая похитила все имеющиеся на нем денежные средства. Полицейские просят жителей республики сохранять бдительность, быть внимательнее к пожилым родственникам и по возможности рассказывать им о фактах мошенничества, чтобы избежать аналогичных ситуаций. А прямо сейчас о метеопрогнозе. В Калмыкии комфортная погода. Завтра, по данным официального сайта Росгидромета, пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха в среднем по районам 3-5 градусов тепла, в северо-западной части холоднее, 1-2 ниже нуля. В степной столице завтра облачно, столбик термометров днем остановится на отметке плюс 2, к вечеру опустится до показателя минус 3, ветер восточный 3-4 метра в секунду, влажность до 80%. Другим темам: в этом году 1042 юных элистинцев впервые сядут за парты. Школы города в общем готовы принять более 1500 ребят. Как рассказала сегодня на брифинге начальник профильного управления Людмила Минькова, уже сейчас первоклассникам полностью укомплектована 21-я школа, а в классической гимназии, которая набирает в этом году 2 начальных класса, принято всего 4 заявления. Напомню, что списки оформляются до 5 сентября. Если вы хотите, чтобы ребенок учился недалеко от дома, подать документы нужно до 30 июня, а уже с 1 июля зачислять будут на свободные места вне зависимости от прописки. Детей, которым за 8 лет, и те, которым не исполнилось 6,6 на 1 сентября, то родители пишут заявление, школы создают комиссии по обследованию и представляют нам документы. И нашим решением, приказом по управлению, эти дети зачисляются или им отказывают. А доводы некоторых родителей, что ребенок уже бегло читает, или там пишет, или чуть ли не устно слагает там и вычитает, это еще не показатель готовности ребенка к школе. Вот, предположим, ребенок умеет бегло читать, но концентрация внимания у него не рассчитана на те же 35 минут, которые он должен в первом классе высидеть. Сегодня указом главы Калмыкии заместитель председателя регионального правительства Бова Бадмаев назначен координатором Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Генеральное соглашение, названное президентом Путиным примером надежного социального партнерства, было подписано между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством России на 2018-2020 годы. Документ охватывает интересы более чем 70 миллионов человек. Ирина Гольдинова решила узнать, что же изменится в этом году в социально-трудовых отношениях калмыцких тружеников. Подписание трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством страны на ближайшие 3 года – важная веха в большой работе по развитию социального партнерства в стране. Первый шаг к этому – с 1 мая минимальный размер оплаты труда будет приравнен к величине прожиточного минимума. И это один из вариантов, который позволит повысить уровень обеспеченности россиян. Кроме того, это очередной призыв, можно сказать, сигнал к тому, что работодателям необходимо отходить от практически выдачи серых зарплат и денег в конвертах. В значительной степени эти меры предприняты с подачи ведущего Российского профсоюзного объединения. Самой большой заслугой, допустим, профсоюзной стороны в этом соглашении, это
достигнута основная цель – это повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и не на протяжении там, длительного времени, а в короткий срок, в два этапа, буквально в течение полугода. Вот, два повышения. Федерация независимых профсоюзов поставлена планка до конца 2020 года, чтобы работающий человек достигнуть цели, чтобы работающий человек не был бедным. То есть полностью, но хотя бы снизить уровень бедности среди работающих. Представители работодателей Калмыкии отмечают, что необходимо сохранять положительную динамику в сфере производства и сельского хозяйства, которая наметилась в регионе в последнее время. И если благосостояние граждан будет расти, а они сами будут чувствовать себя защищенными, как с точки зрения социальных гарантий, так и в свете безопасности и охраны труда, то все это, безусловно, позитивно скажется на экономическом развитии республики. Определенное влияние, причем серьезное влияние на сферу основных производств у нас в республике, к примеру, к сельскому хозяйству, поскольку республика аграрным является, скажется, я в этом не сомневаюсь, будем говорить, накладывает определенную ответственность на нас, работодателей. Вот. И мы должны, наверное, сегодня с помощью, как говорится, определенных экономических, социальных рычагов добиваться исполнения вот этого подписанного тройственного соглашения. Аналогичное региональное соглашение в скором времени будет подписано и в Калмыкии. Трехсторонняя комиссия, в составе которой представители Республиканского объединения профсоюзов, работодатели и регионального правительства, уже работает над этим документом. Безусловно, региональное соглашение, оно построено на основе тех решений, которые определены федерально. И, в принципе, содержит тоже 7 разделов, которые касаются основных сфер жизнедеятельности. Это и введение бюджетной и налоговой политики, это, безусловно, рост доходов населения и заработной платы, это вопросы занятости населения, социальной защиты населения, безопасного труда, социального партнерства и так далее. Но прежде всего республиканское трехстороннее соглашение, оно направлено на улучшение качества жизни граждан и повышение их благосостояния. Владимир Путин назвал генеральное соглашение опорной точкой, в которой пересекаются интересы всех его участников, и особо отметил, что в случае добросовестного исполнения условий всеми сторонами это будет пример надежного социального партнерства. Ирина Гольдинова, Елена Алексенко, Николай Хухачев, Вести Калмыкия. Между тем, жители Лагани активно выбирают территорию для благоустройства. Как сообщил сегодня по телефону глава муниципального образования Геннадий Ачиров, полным ходом идет народное голосование. В списке 6 объектов, которые, по мнению лаганцев, необходимо привести в порядок в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидирующую позицию занимает Центральная площадь, на втором месте парк Ленина. Также претендует на благоустройство и парк жилого массива Лаган-Сити. У нас 3,5, где-то 4 тысячи населения. Там же и голосуют дети, которым исполнилось 14 лет. В пунктах приема предложений до 9 февраля. Далее, значит, комиссия рассмотрит предложения горожан наших. После 9 мы уже уточним, какое общественное место набрало большое количество голосов и подлежит первоочередному благоустройству в 2018 году. При Государственном театре танца «Айрата» впервые в Калмыкии открывается студия горлового пения. Специально для этого в Элисту из Тувы прибыли Эртинет Умата и Мангон Олмангуш, лучшие воспитанники всемирно известного Кангара Уландара, заслуженного артиста России, народного хамэджи Тувы, обладателя премии Грэмми, номинанта Оскара. Будут сформированы две группы – детская с 12 лет и взрослая. Прослушивание состоится 10 февраля в 18:00 на базе театра танца «Айрата» по адресу улица Ленина, 201А. Справки по телефону 8-961-399-24-89. АГТРК «Калмыкия» продолжает принимать заявки на участие в 7-м сезоне телевизионного конкурса «ТГНАЙС». В рамках заочного тура присылать видеоматериалы нужно на электронную почту techtv@mail.ru до 9 марта. Хронометраж видеоролика не более 3 минут. Если объем файла свыше 100 мегабайт, то на это видео нужно отправить ссылку. Второй этап конкурса состоится в студии ГТРК. В этом году 4 номинации – соло, коллективный вокал, инструментальное мастерство и новая категория – сценическое искусство.
И еще радио «Калмыкия» запустило новую интерактивную программу «Азбука здоровья». Это беседа о правильном образе жизни, практические советы о том, что такое хорошо и что такое плохо в отношении нашего организма, способы лечения, профилактики заболеваний. «Азбука здоровья» выходит каждую среду в 13 часов 14 минут на частоте 102.7 FM. Завтра гости студии, специалисты онкодиспансера. Вы также можете присоединиться.